И снова здравствуйте! Сегодня в рамках рубрики «Родителям о детях» я рада приветствовать педагога школы экспертов Риту Дубовскую. Здравствуйте! Добрый вечер! Школа экспертов – это такая школа, в которой обучение проходит не только на основании теории, но и есть возможность экспериментировать на каждом занятии. Ребята, вы посещаете школу, я все правильно сказала? Да. Да. Так и есть. Давайте с вами тогда познакомимся, и вы подробнее мне расскажете, как это происходит. Как зовут тебя? Меня зовут Мишель Хефиц, мне 9 лет. Экспериментировать ты любишь, поскольку посещаешь такую школу. Да. Действительно, на каждом занятии что-то делаете? Да, постоянно. А вот домой приходишь, делаешь что-то? Есть любимый эксперимент, опыт? Иногда, но один эксперимент есть. Это как сделать в домашних условиях лавовую лампу. Рассказывай, уже все записывают. В стакан ты наливаешь воду, потом наливаешь немножко любого масла какого-нибудь и добавляешь немножко соли. И тогда пузырьки воздуха будут просто летать туда-сюда по стакану. Очень интересно. Я думаю, кто-то уже сегодня собирается сделать такой же эксперимент дома. Давай знакомиться с тобой. Меня зовут Нелли, моя фамилия Майстренко. Мне 9 лет, и мой любимый эксперимент – сахарная радуга. Сахарную радугу, чтобы сделать, понадобится краситель или краска, сахар и вода. Берешь несколько стаканов, в каждый капаешь разные краски. Потом берешь и в каждый добавляешь разное количество сахара. И надо смотреть, сколько ты добавляешь. Если ты добавил больше, значит, это идет ниже, по колбочке. Или по стакану любому. И потом это все аккуратненько наливаешь, уже размешанное, и краски не смешиваются. Это из-за плотности. Спасибо большое, очень было познавательно. Давай знакомиться с тобой. Меня зовут Саша, мне 13 лет. И да, правда то, что на каждом занятии мы делаем разные эксперименты. Твой любимый какой? Мой любимый эксперимент – это дымовая шашка и сахар и селитра. Должно быть соотношение 3 селитра и 5 сахара. Надо все это смешать. Очень хорошо размешать, чтобы не было комков, расплавить. После чего заливать в форму и поджигать. Выделяется очень много дыма. Так что в квартире это лучше не делать. Спасибо большое. Рита, у нас представлен самый разный возраст. А в школе экспертов какие же детки учатся? А в школе экспертов мы занимаемся с ребятами со 2 по 9 класс. Они прекрасно справляются с задачами. И я думаю, что им нравится. Это как раз тот возраст, когда нужно наиболее заинтересовать детей в науке и в том, что с этим связано. Эксперименты и опыты – это как раз тот инструмент, которым вы пользуетесь. Естественно, мы используем эксперименты как инструмент познания мира. Мы по телефону, когда договаривались об интервью, Рит, вы мне тогда назвали такие самые сложные какие-то названия, вещи. Можете вот повторить, как это было? То, что можно потом простым, доступным способом научить, показать детям. Да, я упоминала аэродинамику. Это явно звучит сложно, особенно тому, кто слышит это в первый раз. И ему надо подумать, детям это тоже звучит сложно в первый раз. Но когда ты им рассказываешь, что это... смотрите, самолеты летают? Летают. Проблем нет. Мы пробуем делать разные конструкции, самолеты, вертолеты. Из того, что можно найти дома, и не только. И изучаем, как же на самом деле это та же самая аэродинамика работает. Секрет успеха, я понимаю, в этом «вот смотрите». И вы показываете, как это работает. А занятие длится как долго? Обычно 1 час. Из-за этого вы все успеваете, и теорию, и практику? Чаще всего, да. Конечно, если у преподавателя много энтузиазма, он может и добавить еще что-нибудь от себя, но чаще всего 1 часа достаточно. И у детей сколько есть внимания, сколько есть. На час обычно самое то. Мы договорились, что сегодня мы покажем нашим телезрителям опыты, которые может каждый повторить дома. Давайте покажем. Отлично. Так как у меня сегодня много помощников, я обязательно попрошу у них помощи. Саша, ты мне поможешь в первом эксперименте? Отлично. Возможно, многие родители помнят этот эксперимент. Для него нам потребуется раковина. Представим, что это раковина. Значит, вода. И пара стаканов. А также крышечки от сметаны.
Это может быть также кусочек картона или бумаги. С ними тоже можно пробовать. Покажешь дальше, что надо делать? Да. Надо налить воды в стакан, примерно до самого верха. Ну, до самого верха. Не обязательно, но практически полный. Это прохладная, горячая, все равно какая роль. Никакой роли никакой не играет. Хорошо. Надо накрыть сверху крышкой сметаны, перевернуть, отпустить. Ого! Крышка будет полностью держаться. Да, так мы рассказываем детям о поверхностном натяжении воды. Совершенно замечательно. И эксперимент проводится над раковиной, потому что в любой момент может пролиться. Так что, дети, берегите все дома у родителей. Когда будете экспериментировать, ну, пожалуйста, используйте раковину. Также этот эксперимент можно усложнить, так сказать, сделать его модификацию. Можно в стаканчик добросить несколько монет. Сколько? Ну, это я вам оставляю проверить дома. Значит, я забросила 4 монетки и попробую повторить то же самое. Проверим, сможет ли выдержать крышечка эти монеты. Ну, в данном получилось. Случае смогло. Но если их будет больше, я понимаю, есть риск, что не выдержат. Конечно. Но это опять же... экспериментируйте. Проверить. Хорошо, очень интересно. Замечательно. Ну, давайте из немножко другой темы оставим воду в покое. У меня есть одна бутылка и бумажные комочки. Очень просто это работает. Я попрошу Нелли мне помочь в самом начале, а потом дадим и всем остальным. Значит, этот комочек мы аккуратно закладываем в горлышко бутылки и оставляем лежать. Твоя задача будет попытаться задуть ее внутрь. Дуй так сильно, как ты можешь. Так, вылетело. Попробуешь еще раз. Получится, думаешь? Ну, давай пробовать. О, тебе повезло. В этот раз она сама закатилась. Но такого больше не случится. Она вылетела? Она снова вылетела. Хорошо. Саша, ну у тебя же легкие, наверное, посильнее будут, чем... Конечно. Постараешься задуть? Да. Давай еще раз. Снова вылетело. То есть дело тут скорее в законах физики, нежели в том, что кто-то может или не может задуть. Получается, что когда бумажка находится здесь, и вы дуете внутрь, вместо того, чтобы закатиться внутрь от вашего потока воздуха, значит, воздух заходит внутрь, доходит до конца, разворачивается и заталкивает выталкивает наружу бумажку. То есть поток воздуха, заходя внутрь, выходит и выталкивает бумажку. Очень просто. Да. Попробуйте поэкспериментировать с разным размером бумажек. А возможно, и бутылка играет какую-то роль. Проверьте. Ну и один из самых интересных, как мне кажется, ярких экспериментов, которые можно повторить дома, требует всего лишь фен, ну и для начала шарик для пинг-понга. Да, это нам покажет мишень. Включи, пожалуйста, включаем. Фен. Да. Вот эту поверни. Отлично. И шарик для пинг-понга мы аккуратно помещаем сверху. Что мы видим? Шарик продолжает летать. Отлично. Он просто летает. Добавим второй. Второй не удержался. Почти, но не удерживается. По сути, получается, что фен создает поток воздуха, который образует специальный карман воздушный, в котором шарик может задержаться. Вы, конечно, дома можете проверить, сколько же на вашем фене может удержаться шариков, потому что это очень зависит от фена. Если дома профессиональный фен, то он должен удержать, ну, как минимум 2, а может быть даже 3 шарика. Можно попробовать с большим шариком. Да, так как дома шарики для пинг-понга есть не у всех, но вполне каждый может найти надувной шарик, я думаю, мы можем давайте и это посмотрим, проверить. Давайте посмотрим, что получится, да? Единственная разница. Мы взяли не обычный шарик, а шарик с монеткой внутри. Это потому, что шарик сам по себе очень легкий, в отличие от шарика для пинг-понга. И так мы его утяжеляем. Да, можно попробовать провести рукой, и он все еще останется на месте. 2 таких, понятно, уже не удержатся, потому что такое, к несчастью, тоже случается. Естественно, кульминация. И
Дети, когда будете экспериментировать, пожалуйста, скажите родителям, что вы будете делать. Обязательно скажите им, потому что вы не всегда знаете, как что-то сделать правильно. Помните о том, что ваша безопасность, она все-таки важнее всего. Вот на этом мы и закончим наш увлекательный разговор. Я уверена, что сегодня вечер будет интересным в вашем доме. Всего хорошего, встретимся совсем скоро. Пока!